Сергей Головин занимается горловым пением, и это пение встречается в культурах многих народов мира. У современного слушателя оно в большей степени ассоциируется с шаманами и тибетскими монахами. И технику горлового пения не освоить просто так, просто читая книжки или статьи по теме. Отчасти потому, что жаждущему научиться этому искусству не хватает самих представлений о таком пении. А отчасти потому, что в практике обучения важен постоянный посторонний контроль. Сергей Головин – ученик туинского шамана Николая Оржака и занимается по его системе унхун целительного звука 12 лет, дорогие друзья, аплодисменты. Он владеет основными стилями тувинского, алтайского и монгольского горлового пения и игрой на этнических инструментах, таких как степная флейта, курай, индийские флейты, кена, сампония и пемак, индийские флейты, басури, высокие и низкие, армянский дудук, монгольская скрипка, марихур и все виды этнических барабанов и бубнов, якутский хамус, варган, ирландские флейты, карпатские сопилки, аккордеон, гитара, губная гармошка и карманный саксофон. Ну и я так поняла, что многими другими инструментами. Вы можете в этом убедиться, дорогие друзья, вот в первой половине его выступления вы увидели, чем владеет наш музыкант. Ну и, конечно же, в дальнейшем вы увидите его выступление. Я надеюсь, вам приятно услышать наших исполнителей. И вновь солнечное сплетение Сергей Головин. Thank you.
Спасибо. Это была священная мантра, посвященная Господу Шиве.
Раз, два. Сережа, будьте добры, гитару. Раз, два. Правительство чиновников.